В ближайшие 3 года в рамках празднования 50-летия АвтоВАЗа на нужды Тольятти будет направлено порядка 50 миллиардов рублей из федерального и регионального бюджетов. Средства пойдут на ремонт дорог, строительство школ и садиков, поликлиник и спортивных центров, благоустройство парков и сквера. О предстоящих торжествах и большой работе говорили на праздничном концерте в Лада-арене. Звачана жителей города поздравил губернатор Николай Иванович Меркушкин, вручил областные награды. Звание почетный гражданин Самарской области получил Петр Михайлович Прусов. В его честь прозвучал гимн региона. Губернатор подчеркнул, что заводу нужны такие же талантливые и перспективные конструкторы и инженеры, чтобы завод стал лидером автопрома. Основная часть праздника мы решили отпраздновать через 4 года, когда будет выпущен первый автомобиль. Праздник, когда уже появился завершение, и труд уже был огромный вложен в это дело. И мы это сделали еще для того, чтобы у нас было время подготовиться и вторую часть праздника отпраздновать, уже совершенно по-иному оценивая работу завода, чтобы мы снова гордились тем, что мы имеем такой современный конкурентоспособный завод, чтобы мы гордились городом, в котором мы живем.